снежная доска, вот она, вот она. А вот здесь стоит та самая башня, просто ее под другой момент. Это снежная доска, на фоне тумана, да, в тумане. Вот как раз в самом верху, да. Маршрут выходит правее этой башни. То есть они, если эту доску сейчас траверсировали, это ЧП было где-то еще выше, то есть из этого кулуара где-то. Они так и говорили, что из этого вроде кулуара. Ага. А там, понимаешь, там гребень, можно слева и справа тоже. Ну да, да, да. Что там вообще, одновременно двигались или станция полетела? Или... Слетела петля, я так понимаю, там первой, нижней первой связки, вот. И второй слетел. Кто первый шел? Саша шел первый. Дима слетел. Сорвал петлю, мы пытались ее зарубываться по дороге. Ну, я был немножко за перегибом, то есть я видел такой край. Край. Ну, все. Ой, 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 ой